Имея время, кто угодно может стать сильным. Со знаниями любой может постичь мудрость. Только истинный воин постигает все. Мы разбили войска противника и захватили Тихоокеанский сектор. Наше время пришло. Лос-Анджелес является центром вражеской пропаганды. Если мы захватим медиа-центры, то завладеем умами и сердцами врагов. И тогда они склонят перед нами свои головы. Здравствуйте, самураи! Меня зовут Алексей! Продолжаем прохождение Red Alert 3, и на очереди у нас следующее задание в компании Японии. Совсем скоро начнется вторжение в Лос-Анджелес, командир. Император хочет, чтобы мы захватили все медиа-центры. Так мы сможем вещать его слова по всему миру. Наша цель — Вествуд и Беверли-Хиллз, после чего мы идем к Голливуду. Да, если встретите кого-то из звезд, будьте любезны перед тем, как убить их. Возьмите автограф для меня. Постараюсь. Давайте, ребят, не будем задерживаться. Поехали. Ваша цель — город Санта-Моника, где благоденствуют журналисты, поддерживающие Альянс. Вы должны захватить медиа-центры Альянса и сломить их сопротивление. Вы получаете приказы. Высадитесь в Санта-Монике. Захватите медиа-центры Санта-Моники. Черная черепаха станет отправной точкой вашего наступления. Выполните задание, и император будет доволен. Император будет доволен. Задача поставлена, сегодня нас ждет сложное, но местами интересное задание. Победа почти у нас в руках, командир. Наш повелитель знает, Лос-Анджелес должен быть наш. Его медиа-центры несут миру только ложь. Воспользуйтесь нашей крепостью для зачистки береговой линии. А все, ребята, базы нету. Ко мне после прошлого задания приходила база и говорит: я к тебе приходила, я тебе давала. Ты что сказал? Паша нахер. Вот и все, гуляй, Вася. Обнаружена база. У вас хватило наглости ступить на нашу землю. Я думаю, вы не поняли, во что ввязались. Ой, Танюша, прости. Отшлепай меня. Командир, вы должны захватить этот город. Выполнить приказ императора. Не подведите. Это что, базуня наша? Ты моя хорошая. Ребята, ни в коем случае не говорим «база, паша нахер», иначе в следующем задании базы не будет, и я буду... Ой, базы нету! Не могу. Наконец-то мы высадимся на американской земле. Хороший будет бой. Еще бы. Давайте, ребята, продолжать развивать нашу базу. Вот, делать заводы по харвестерам. Сегодня серьезно будет тяжелое задание, но местами даже интересное. Давайте, ребята. Ага. То есть, получается, в зданиях противника также попадаются ресы. Делаем пару инженеров, позахватываем те же ресы. И также есть смысл захватить нефтяные вышки. Давай, мой хороший. Захватываем ресы и двигаемся дальше. Разумеется, в этих зданиях ресы — это хорошее подспорье. К сожалению, видите, у нас, ребята, нету атакующих войск. Только иначе может сделать защитные сооружения. Это, скажем так, два задания, скажем так, у наших защитных сооружений. То есть оборона базы, а также добыча ресов из зданий. Ну что, ребята, давайте сделаем электростанцию. Продолжаем строить защитные сооружения. И как можно быстрее построим военный завод. Пойдем в атаку. Прикол в том, что недалеко от нашей базы есть база противника, и если, скажем так, тупить, он начнет строить авианосцы, и ничем хорошим для нашей базы это не сулит. Поэтому, разумеется, давайте развиваться как можно быстрее, и сегодня станут доступны нам протонные орудия, которые позволяют стрелять с большого расстояния, что, разумеется, очень хорошо. О, нанокомпуктор! Давайте сделаем, чтобы наша дота не тормозила. Во, военный завод продолжает строиться, жамкаем здание. Все укрепления скоро падут, командир. Император передал в ваше распоряжение секретные протонные орудия. Теперь вы можете работать по врагу с больших расстояний. Во, нанокомпуктор? Значит, давайте это...
Нет, давайте запаузим, сделаем в первую очередь напряжение, потому что ничего хорошего. Во, и продолжаем, да? Во, давай, давай, мой хороший, продолжаем обмазываться электростанциями. То есть, получается, наша задача как можно быстрее развить военный завод, построить протонное орудие и уже пойти в атаку. Продолжаем раздавать. У противника, опять же, в зданиях попадаются ресы, что в нашем случае очень хорошее подспорье. То есть, получается, у противника рядом с нашей базой есть база, вот, и он строит авианосцы и нападает на нашу базу. Ничего хорошего в этом нету, поэтому как можно быстрее пожамкаем, сделаем там аванпост, потому что есть, опять же, точка по добыче ресов, есть также нефтяная вышка. То есть, в этом плане все хорошо. Продолжаем раздавать и, собственно, сидеть на попе ровно. То есть сейчас у нас задача продолжать улучшать наш военный завод и, собственно, побыстрее построить протонные орудия, чтобы пойти в атаку. Пока все хорошо, серьезно, ребята, мы пока ничего сделать попросту не можем. Давайте сделаем побольше напряжения и ждем, просто ждем, да? Ага, ага. То есть у нас, ребята, сегодня есть основные дополнительные задачи. И вот, а по большей части основные задачи всегда нужно уничтожать. То сегодня у нас основные задачи мы будем захватывать, а дополнительные, наоборот, жамкать. Ну что, ребята, наш военный завод продолжает улучшаться. Опять же, повторюсь, сейчас мы пока ничего сделать попросту не можем. Улучшаем военный завод, начинаем строить протонное оружие и уже пойдем в атаку. То есть, получается, наша задача, опять же, пожамкать базу противника побыстрее, да, чтобы он не напал на нашу базу. И, разумеется, сделаем наш аванпост. Да неужели? Неужели? Давайте это заказываем танки и продолжаем строить наши войска. Точнее, начинаем это делать. Давайте, мои хорошие. Стоит они, конечно, дороговато, но оно того стоит. Херачит с большого расстояния, дэмэдж просто бешеный, но выживаемость оставляет желать лучшего. Давайте защитный модуль. Готовы применить зонды-защитники. Во, продолжаем раздавать. И хера он там, бам, давай, бам. Продолжаем. О, хорош. В атаку, парни, давай. 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 Да жесть. Ну что, ребят, продолжаем жамкать противника. Давай, 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 давай. В атаку. Во, по, продолжаем раздавать. Давай. Давай. Неужели, неужели. Ну что, ребята, пойдем в атаку. Собственно, нужно как можно быстрее пожамкать базу противника. Сделаем аванпост, и в этом плане все хорошо. Орудие заряжено. В атаку, парни. Брутальные, серьезные. О! А, база. Ну, по идее, можно тем же инженерам позахватывать, но как-то заморачиваться не хочется. Это что за херня? Нет! Нет! Продолжаем! Нихера себе его раздает! Валя, 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 валя! Давай! Неужели? Обалдеть! Фу, жесть! Хорошее начало, да? Ладно, ребята, давайте продолжаем строить наши танки. Да уж, неплохо он меня. Опять же, как можно быстрее попытаемся захватить базу противника, тогда сделаем, собственно, наш аванпост, и в этом плане все хорошо. Ага, продолжаем. Давай. Фу, давай, в атаку за императора. Давай. Фу, продолжаем. Давай. Танго, это танго. Во, парни, в атаку. Огонь, огонь. Во, хорош. В атаку. Блеха. Во, чи-чи-чи-чи-чи-чи. У него казарма там похожа. Давайте, парни, в атаку. И на базу уже. Обалдеть. База, живи. Давай. Жесть. Давай. Давай. Я не могу. Скорость атаки оставляет желать лучшего. Так и иначе, ребят, давайте двигаться дальше. Продолжать жамкать базу противника. И есть еще смысл сделать пару инженеров. Позахватываем, собственно. Давайте, парни, в атаку.
Давай. Артиллерия в бою готова. Ну. Сука, зачем ты это делаешь? Ладно, давай. В атаку, парни, давай. Хэнго, хэнго. Давай в атаку. О, продолжаем жамкать противника. Давайте, ребята, сделаем завод по Харвестерам и уже поставим нашу добывающую точку. Давайте уже полностью добиваем его здание, и тогда уже можно будет поставить наши... Ёпта, да что ж такое-то? Он постоянно бегает в атаку. Обалдеть. Парни, давай. Живи, мой хороший. Сука, там... Ёпперный театр. Обалдеть. Продолжаем раздавать. Давай. В атаку. Жесть. Давай, в атаку. Да неужели? Вы видите, да? Обалдеть. Фу. Значит, давайте, ребята, продолжаем строить завод по Харвестерам. Паузим наши войска. Вот. И уже поставим в какой-то веке наш аванпост, да? То есть противник постоянно ходит в атаку. Разумеется, ничего сделать мы с этим попросту не можем. Вот. Давайте продолжать жамкать противника и... Давай. Неужели? Все, короче, ничего не знаю. Возвращаемся на базу, продолжаем строить наши... Сука, денег вообще нихера нету. Что творится-то? Давай. Завод по Харвестерам. Я хочу построить те же самые казармы. У нас даже завод по Харвестерам. Давай уже, денег нихера нету. Обалдеть. Давай. Да неужели? Ладно, ребята, давайте продолжать строить наше здание. Также есть смысл построить те же казармы. Позахватываем, собственно, нефтяные вышки, и тогда уже можно будет пойти в атаку. Давай, мой хороший. Давайте сделаем пару... Да, побольше вертолетов. Они понадобятся, чтобы сделать дополнительные задачи. Да неужели? Вы сами видели, противник постоянно ходит в атаку. Я даже не успеваю пожамкать базу противника. Он, видите, он, похоже, чувствовал, да, что я пошел в атаку, решил, а че бы на нашу базу не пойти, да? Почему бы и нет? Ладно, давайте, приказ императора, обалденная тема. Вот, продолжаем строить инженеров, продолжаем строить наши вертолеты и уже пойдем в атаку. Вот, да неужели? Фу, жесть. Давайте сразу закажем еще побольше инженеров. Пойдем в атаку на базу противника, позахватываем, и в этом плане все хорошо. О, серьезные парни. Давай, продолжаем. Во. Ничего, ребята, переживать не стоит. Сейчас захватим, собственно, нефтяную вышку, денежек станет побольше, и уже в этом плане все хорошо. Да что ж такое-то, бляха, опять пошел в атаку, похоже. В атаку, парни! Инженеры, спасаем! Бляха, не по 500 каждый. Давай, продолжаем Давай! Сука, и по земле, и по воздуху. Обалдеть, давай! Неужели? Да это жесть, ребята, вы сами видите, что... Какого хера, да? Обалдеть. Давайте опять восстанавливаем наши казармы. Фу, это жесть. Он, видите, ребята, постоянно атакует. Просто продуху не дает. Обалдеть. Ладно, ребята, у нас есть уже пару вертолетов. Уже давайте пойдем в атаку. Есть также инженеров побольше. Давайте сделаем, продолжаем строить те же вертолеты. Давайте восполним здоровье нашим войскам. И тогда уже можно пойти в атаку в какой-то веке, да? Ой, не могу. Ладно, продолжаем строить наше здание, войска и все в этом плане. Идет подготовка. Так или иначе, у нас есть уже добывающие точки, так что, ребята, в этом плане все хорошо. Ждем еще одного инженера и пойдем в атаку. Давай. Неужели? Ну что, ребята, пошли в атаку, сделаем небольшой также аванпост. Денежек будет побольше в какой-то веке, да, и тогда сможем что-то сделать с противником. Во, на шару, давай. Валя. Бляха, там опять жесть. Да,
Не могу. Неужели? Валя, 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 валим. Братан, все хорошо. В атаку, парни, давай. Давай. Продолжаем, давай. Серегу надо будет доволен. Давай в атаку. Да неужели, неужели? Ну что, ребята, давайте двигаться дальше. Разумеется, есть противник. Он везде, да, то есть и по земле, и по воздуху постоянно. Вот, но так или иначе, мы уже почти на базе у противника. Есть смысл позахватывать дополнительные основные задачи. И тогда в этом плане все хорошо. Давайте, парни, в атаку. Во-по-по-по, раздает. Обалдеть. Вот так сделаем и продолжаем. Давайте, парни, в атаку. По-по-по, раздаем. Нихера там. Обалдеть. Парни, давай. Давай, давай, давай. Стреляй. Давай. Во, хорош. Продолжаем раздавать. В атаку. Захватываем. Неужели? И продолжаем. Давай, давай. Получи по щам. Давай, давай, давай. На шару просто вообще жесть. Давай. Стреляй, сука, стреляй! Да неужели, неужели? Ну че, ребята, давайте захватываем базу противника и уже пойдем в какой-то веке в атаку, да? Давайте, ребята, продолжаем строить наши войска. Противник, видите, и по земле, и по воздуху. Обалдеть! По-по-по раздает! Жесть! Воу! Значит, давайте захватываем постройки противника и... Давай! О, хорош! Наши, 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 наши! Во! И продолжаем двигаться дальше. Обалдеть. Значит, давайте жамкать его базу. Разумеется, ничего не оставляем. Вы видите, и по земле, и по воздуху. Обалдеть. Ничего, ребята, разберемся. Па-па-па-па. Обалдеть. Но опять же, у нас продолжают строиться танки. Так что в этом плане все хорошо. Поэтому давайте убиваем полностью его базу. И уже продолжим жамкать. Это что было вообще? В кого ты стрелял-то? Обалдеть. Ой, не могу. Давайте вот так сделаем. Побольше построим тех же вертолетов. Во, парни, в атаку, давай. Добиваем его здание. Во, хорош. Братан, давай, получай по щам. Разумеется, переживаю, потому что танков остается очень мало. Вот. Ну, так или иначе, вот, противник постоянно ходит в атаку. Здорово, что у нас есть союзник, который помогает постоянно. То есть, если бы еще не союзник, это вообще было бы жесть. Давайте добиваем его здание, и тогда уже можно будет двигаться дальше. По идее, здесь особо ничего и нету. Остается еще буквально пару электростанций, не более того. Ага. Бляха, опять пошел в атаку, похоже. Давайте, парни. Живи, 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 живи. Продолжаем. Обалдеть. Значит, здесь уже, похоже, ничего хорошего. Давайте возвращаем наши войска и пойдем в атаку. Парни, давай, давай, давай. Атакуем, в атаку, давай. Неужели, неужели? Вертолеты продолжают строиться. Они понадобятся для того, чтобы сделать основную дополнительную задачу. Так иначе денежка у нас скапливается, что, разумеется, очень хорошо. И вот чем опасно, что противник постоянно курсирует и также может, скажем так, ненароком зацепить наши войска. Давайте, ребята, возвращаем наши самолеты-вертолеты. И я думаю, что рано или поздно противник пожамкает наши дополнительные базы. Ничего, ну, как бы страшного нету, да, поэтому... Ага, ага, продолжаем строить протонное орудие. Значит, давайте это наши вертолеты уже пойдем в атаку. О, о, брутальные парни. Давайте сделаем силовое поле и также выполним дополнительные задачи. Сперва нужно уничтожить какие-то карусели, а потом уже тяжелое орудие у противника. Значит, давайте, ребята, как можно быстрее пролетаем на базу противника. Разумеется, у противника куча разных там самолетов, тех же самых. Самое главное выполнить дополнительную задачу.
И я не думаю, что наши вертолеты смогут выжить. Но опять же, такое, да, то есть. Атакуем тяжелое орудие противника. Давай, давай, продолжаем. Вау, хорош, хорош. Неужели? Вот, и теперь уже можно полноценно пойти в атаку на противника. То есть у нас дополнительные задачи готовы. Сейчас нужно полностью уничтожить того противника, который, собственно, его базы, да, и захватить коммутаторы. То есть, получается, захватив коммутаторы, мы сможем вещать нашу японскую пропаганду, и противник уже скажет, типа, о, да, мы верим японцам, они такие хорошие, да, хорошие, сильные и красивые. Огонь, давай, в атаку. Разумеется, у противника есть куча пехоты, куча танков, у нас тоже достаточно много протонных орудий, поэтому спокойно убиваем с большого расстояния, и в этом плане все хорошо. Я не думаю, что противник уже пойдет в атаку, потому что, скажем так, большую часть войск мы уже пожамкали, и противнику уже попросту нечем ходить в атаку, похоже. Вот, поэтому спокойно, не знаю, ходим по карте с помощью наших протонных орудий, убиваем противника и выполняем наши основные и дополнительные задачи. Давайте, ребята, побольше построим инженеров, есть смысл позахватывать нефтяные вышки, также потребуются инженеры, чтобы выполнить основную задачу. Двигаемся дальше, есть еще смысл также использовать наши способности и продолжаем убивать противника. Разумеется, основную задачу пока мы, ребят, не выполняем по причине того, что как только мы, скажем так, ее сделаем, то противник попытается перехватить свои коммутаторы. Разумеется, этого делать не стоит. Ну что, ребята, двигаемся дальше. Противник продолжает натиск на нашу базу. То есть, видите, и пехотой, и танками, и самолетами. Давайте вот так сделаем способности. Во, и у нашего... Давай. А, подожди, это американский. У нашего Харвестера есть возможность становиться... Ну, короче, у него появляется орудие, и тогда можно также будет атаковать противника. Так или иначе, ребята, мы уже на базе у противника. Продолжаем жамкать его здание, продолжаем жамкать, собственно, те войска, которые он постоянно строит. Да жесть, нихера там... Вау, обалдеть раздает. Давайте, парни, в атаку. Продолжаем. Во, во имя императора, в атаку. Продолжаем, продолжаем раздавать. Так, а что у нас там по Харвестам? Нет, давайте продолжать захватывать, собственно, здание противника, выполнять наши основные дополнительные задачи, и тогда в этом плане все хорошо. О, парни, давай в атаку. За императора. Давайте, и вообще есть смысл разделять наши войска. И как только, собственно, мы захватим коммутаторы противника, победа будет за нами. Разумеется, ни в коем случае не стоит отдавать дешево наших инженеров. Противник, видите, и по земле, и по воздуху пытается их пожамкать. И, значит, давайте, есть вообще смысл сразу отправлять их в коммутатор, да? Давайте, парни, в атаку. Разумеется, продолжаем жамкать противника. У него есть и пехота, и танки, чего только нету. Обалдеть. Во, инженеры наши. Так, подожди, я, похоже, потерял. А, во, здорово. Захватываем, захватываем коммутаторы противника и, разумеется, пытаемся его пожамкать. Зададим жару, пожамкаем. Вот так. Так, ну что, наши инженеры уже бегут на захват. Разумеется, давайте как можно быстрее пожамкаем противника, тогда сможем провести наших инженеров, и победа будет за нами. Во, парни, давай, давай, бежу, 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 бежу. Во, продолжаем, продолжаем захватывать, да? Опять же, противнику уже ничего не светит, мы уже захватываем контрольные позиции, продолжаем двигаться нашими танками в атаку, и ничего противник попросту сделать уже не может. Неужели? Неужели? Основные дополнительные задачи готовы, и это победа. Прекрасно, командир. С этого дня мы начнем крушить волю американского народа. Или то, что от нее осталось. Я была очень рада служить под вашим командованием. Пусть судьба благоволит вам. Во имя императора! Победа!
Ну что, мои хорошие, такое вот задание, местами тяжелое. Вы сами видели, что противник постоянно атаковал нашу базу. Разумеется, можно было сыграть получше, скажем так, если не комментировать, да, полностью сосредоточиться, быстро выносить здание противника, идти в атаку, и в этом плане все хорошо. Так или иначе, победа за нами, и давайте прощаемся уже до следующего видео. Большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.